Квартиры в селах. С таким предложением выступили специалисты Министерства культуры России. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Жилье в обмен на работу. Министерство культуры страны готовит новый законопроект. Согласно нововведениям, городских жителей будут завлекать на работу в сельские глубинки служебными квартирами. По мнению чиновников, такие меры привлекут квалифицированных специалистов в сельские музеи, где всегда есть острая нехватка кадров. Некоторые эксперты предлагают пойти дальше и давать приезжим не просто квартиры, а дома с приусадебными участками. Другие уверены, что завлечь в глубинку специалиста из города можно лишь высокой зарплатой. Также в помощь сельским работникам музеев предлагают студентов. Привлекать их планируют на время прохождения практики. Правительство против туристического сбора. По данным газеты «Известия», ни одно из ведомств страны его не поддержало, объяснив это тем, что введение так называемого курортного сбора удорожит отдых на российских курортах. И вообще идея в целом недоработана, ведь новый налог не соответствует признакам сбора. Невозможно определить предмет налогообложения, ставки, порядок и срок уплаты. Законопроект был разработан еще в конце прошлого года. Предполагалось, что решение о размере налога принималось бы на региональном уровне, как это происходит в некоторых городах Европы. В России может появиться уполномоченный по правам пациентов. С такой инициативой выступила российская общественная организация. По мнению членов Лиги защитников пациентов, уполномоченный мог бы взять на себя функции как консультирование пациентов, написание жалоб и обращений, отстаивание прав пострадавших в суде. Соответствующее обращение направлено в адрес президента страны. По мнению общественников, проблема защиты прав больных в России стоит очень остро. Департамент здравоохранения столицы уже обсудил возможность учреждения уполномоченного по правам пациента.